Здравствуйте, дорогие друзья. Наш телевизионный вечер мы продолжаем в прямом эфире на телеканале «Видное ТВ». Сегодня у нас в гостях начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Вера Попова. Вера Петровна, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, собственно, судя уже из названия вашей должности, начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, нашим зрителям уже должно быть понятно, что именно об этом мы и будем говорить. Дорогие друзья, на своих экранах вы видите телефоны, по которым вы можете позвонить, и ваши вопросы передадут мне на этот замечательный ноутбук, и Вера Петровна ответит на них в прямом эфире. Но перед тем, как начать наш разговор, я предлагаю посмотреть один из сюжетов, который сняли наши корреспонденты, непосредственно относящийся к нашему разговору. Сотрудники МБУ «Дорсервис» красят дорожное ограждение и ограждение вдоль тротуаров. Обновляют дорожную разметку, как вертикальную бортовой камень, так и горизонтальную, осевые и прерывистые линии, пешеходные переходы. Причем используются для этого разные средства. Есть разметка современная уже, которая наносится один раз в год. И она даже больше одного сезона служит, иногда зависит от интенсивности дорожного движения. Это пластиковая разметка, которая с применением полимерных материалов наносится. Есть разметка, которая наносится краской специализированной. Она дешевле, но при этом менее долговечна. Вот мы используем и такой метод. Выбор зависит от того, планируется ли в текущем году ремонтировать дорогу. Если ремонт запланирован, нет смысла тратиться на дорогую пластиковую разметку. Уже близки к завершению работы в центральной части города. Ведется благоустройство в поселениях и новых микрорайонах. Разметка уже нанесена на Заводской улице, на улице Советской. Сегодня идут работы на Советском проезде. На этой неделе завершим работы по проспекту Ленинского комсомола и улице Школьной. Дорожная разметка на проезжей части наносится, как правило, в ночное время, чтобы не создавать жителям неудобств и не провоцировать пробки и аварийные ситуации. Видели за последнее время кто-нибудь, как рабочие обновляли разметку, красили бордюры? Ну да, конечно, приезжал, да? Видел, да, вам работает. Как автолюбителю каких-то удобств, неудобств? Ну нет, особо нет. Загруженности есть, конечно, но не особо сильная. Я думаю, что они связаны с ними. Работы на основных магистралях планируют завершить к 1 мая. Остальные дороги обновят в течение лета. Вера Петровна, наверное, уже действительно все жители обратили внимание на то, что на дорогах появилось огромное количество техники. А какой же объем нужно сделать вот после окончания зимнего периода? Он действительно какой-то прям глобальный? Объем глобальный. Всего дорог у нас свыше 240 километров, поэтому работы предстоит много. Техники сейчас в настоящее время работает на дорогах свыше 35. Дорожные рабочие им в подмогу, ручники, их свыше 28 человек. На постоянной основе, в ежедневном порядке, режиме осуществляют обследование дорожной сети, выявляют, какие объекты необходимо приводить в первую очередь, а это у нас в основном основные сначала магистрали, третья категория дороги, потом и к социальным объектам, которые обеспечивают подъезд. Дальше у нас пойдут дороги четвертой и пятой категории. Зима нас в этом году, как сказать, не порадовала своим постоянством. Температуры у нас скакали то с плюса, то минус. Поэтому в зимний период было израсходовано очень много песко-соляной смеси. Естественно, дороги были загрязнены и очень. И сейчас активно происходит помывка дорог, очистка их от грязи и пыли. И после этого, как сейчас вот и в видеосюжете было показано, приступили уже непосредственно к работам по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Ну, я правильно понимаю, что получается так, что зимой боремся с одним злом, а потом летом приходится следы своей же работы просто, ну, как бы исправлять, по да, сути дела. Доводить до идеала, потому что, ну, по-другому нельзя. То есть зима – это скользкость, это небезопасность, это жизни людей на дорогах. Поэтому, естественно, применяются те средства, чтобы обеспечить их комфорт при передвижении по автомобильным дорогам. Но это те необходимые нюансы и моменты, с которыми приходится бороться в весенний период. Ну, как я понимаю, извините, что перебил. Да. Как я понимаю, что речь идет не только о, собственно, вот дороге, это вот полотно, да, отсюда до сюда, но и
всего, что связано... Да, естественно, все ее элементы обустройства. Это и бордюрный камень в обязательном порядке, озеленение, которое прилегает на некоторых дорогах, тротуары, очистка их полностью, ограждения, которые установлены, выправка их, покраска. То есть доведение всех этих элементов до идеала. А какой-то план есть или как это все осуществляется? Почему вот это, потом как это происходит? Да, есть ответственные люди за организацию этой работы в нашей организации МБУ Дорсервис. Есть мастера участков на местах, которые четко планируют перечень, объем работ на день и как раз непосредственно выходят на них и осуществляют свою деятельность. То есть в день они планируют порядка, у нас вот за сегодня, да, вышли и тщательно зачищали именно все полностью, очистку проезжей части, и помывку тротуаров, да, и ограждение, покраску, все, что необходимо, это порядка 6 дорог. Но я еще раз повторюсь, это пока в настоящий момент основные улицы, чтобы максимально их подготовить к проведению праздников, которые вот-вот у нас уже сейчас наступят. То есть это у нас Советская, Школьная, Заводская, Советский проезд, проспект Ленинского, Комсомола, то есть чтобы обеспечить комфортный доступ жителей на массовые мероприятия. А сами жители, скажем, могут как-то, ну, образно говоря, вот прошла техника вот здесь, убрали, прошла здесь, убрали, но где-то поблизости или, может быть, здесь же на участке что-то осталось. Как-то жители могут просигнализировать и не останется ли этот сигнал без ответа, то есть ли обратная связь с жителями города? Да, конечно. Жители звонят и очень интенсивно и в администрацию Ленинского района, непосредственно к нам в управление дорожного хозяйства. Звонят в МБУ Дорсервис. Это телефоны. Оперативно принимаем, общаемся заявки, сразу же направляем их на места, минуя, то есть процесс, да, вышестоящего руководства, непосредственно с мастерами отрабатываем, они принимают в работу и в считанные секунды это все устраняется. Некоторые жители идут по примеру, размещают свои также обращения на портал «Добродел», которые также в установленные сроки оперативно отрабатываются. А, ну, много ли таких вот сигналов поступает? Или, в принципе, ну, такой, работаете все равно в неком таком штатном режиме? На период выхода только из зимнего сезона, когда было, конечно, обращений было очень много, потому что, естественно, только планируется работа, не на все участки успевает доехать техника. Сейчас, уже после того, как уже встали в строй, четко понимают планы фронт действий. Плюс ко всему были проведены масштабные субботники, в рамках которых очень было много проведено работы и убрано, вывезено мусора. Да. Поэтому сейчас, конечно, такие обращения они уменьшаются. Ну, мы поговорили об подготовке дорог, собственно, к летнему сезону. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что на экране вы видите телефоны, по которым вы можете позвонить, задать свой вопрос и услышать ответ на него в прямом эфире. И сейчас я хочу попросить нашего режиссера, чтобы он включил еще один сюжет, который, собственно, непосредственно касается уже ремонта дорог, то есть не подготовки его к сезону, а именно ремонта. Кстати, сюжет еще снятый, по-моему, где-то ближе к весне, к началу весны. Давайте посмотрим. По словам специалистов, перепады температур – главный враг дорожного покрытия. С каждой оттепелью неизбежно появляются все новые провалы в асфальте. Вот сейчас нальет воды, потом подморозит, потом опять оттепель пройдет, и он начинает разрушаться. То есть он разрушается абстрактно. Вот мы стоим, вот сейчас здесь сухо. Вот может завтра вот тут яма образоваться, вот прямо вот на ровном месте. Поэтому работы по ямочному ремонту ведутся круглогодично. Карта работ составляется по результатам мониторинга обращения жителей на портале «Добродел». Но теперь появилась еще одна возможность обращать внимание на подобные проблемы. Недавно активисты Общероссийского народного фронта создали аналог «Добродела» для всей России. Достаточно зайти на сайт дороги.онф.ру, найти на карте свой город и отметить на ней участок дороги, который нуждается в ремонте. Как только отметка появится на сайте, жители смогут проголосовать за ту или иную улицу. Та, что наберет наибольшее количество голосов, будет отремонтирована местными властями в первую очередь. Итак, мы посмотрели сюжет. Нашим зрителям я хочу напомнить, что у нас в гостях в
прямом эфире телеканала «Видное ТВ» начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Вера Попова. На своих экранах вы видите телефоны, по которым можете позвонить и задать вопрос, который услышите здесь же у нас в прямом эфире. Итак, Вера Петровна, мы сейчас посмотрели сюжет, как я понимаю, про один из видов ремонта дорог. А каким образом осуществляется контроль качества дорог? То есть как? Контроль качества. Да, это один из видов ремонта дорог, но я бы, наверное, даже сказала, что это больше содержание. То есть это та неотъемлемая часть жизни обязательной наших автомобильных дорог, от которой никуда не деться. Как правильно было замечено, погодные условия, образование трещин, ям. Поэтому на территории всей Московской области сейчас внедрена такая система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Благодаря ей устанавливают соответствующие приложения на гаджеты, с которыми сотрудники МБУ Дорсервис сначала в рамках обследования дорог выходят на территорию, выявляют эти дефекты, оперативно позволяет это приложение вносить их, не отправляя куда-то иную документацию, стоя на этом же месте, получается, размеры этой ямы, геолокацию этой ямы, сразу фотоматериал, и сразу же оперативно отправляется в работу подрядчика. Подрядчику, который выходит по конкурсным процедурам и отбирается, он вносится также в эту систему, и ему дается логин для входа и пароль, то есть для входа в эту систему, и у него буквально там в течение 10-15 минут данная задача появляется в работе. И это ему позволяет собирать технику, организованно смотреть, также планировать работу сосредоточенности дорожных повреждений, заказывать необходимые для этого материалы и сразу же выезжать и оперативно устранять дефекты. Удивительно, конечно. Вот я сейчас слушал прям как некий космос. Но с другой стороны, ведь очень часто вот и у нас звонят нам в телекомпанию, и жители жалуются, что вот есть какая-то там, допустим, на дороге, там, не знаю, дырка, которую не могут заделать уже там 2 недели, 3 недели. То есть, судя по тому, что вы рассказываете, это прям вот происходит оперативно. Или все-таки, ну, невозможно охватить все это? То есть, насколько, ведь объем-то работы, вы сказали, 200 километров, 200, если не ошибаюсь. Да, 240 с лишним километров. Охватить сразу, конечно, нереально. Да? Выходит контракт один общий, тем более есть контракт, который расторговывается на городские поселения, это Видные Горки, это одна подрядная организация, вторая охватывает все сельские поселения на территории Ленинского района. Конечно, масштаб работ огромный, поэтому это не устраняется, конечно, за 10-15 минут, этот попадает только в работу, а для того, чтобы выехала бригада и все это оформило, конечно, это нужна минимум неделя, максимум недели две, чтобы они доехали и сделали. Но бывает так, да, что не всегда, проезжая, например, когда обследование проходило, данный дефект мог быть на дороге. Поэтому в этом случае, опять-таки, тут нам портал «Добродел» в помощь. Тот же самый житель активный, который прошел и заметил эту яму, он ее отфиксировал, разместил свое обращение на портале, и мы также в рамках этой работы по ямочному ремонту отрабатываем те обращения, которые поступают. Вот, сейчас мы поговорили, как я понимаю, о режиме содержания дорог. Да. То есть, чтобы нашим зрителям просто было понятно, существует, если я ошибаюсь, поправьте, существует понятие содержания дорог и существует понятие ремонта дорог, и смешивать их, они, конечно, близки, но смешивать их не стоит. Вот как раз, наверное, мы и подошли к тому моменту, когда нам стоит поговорить именно о ремонтах дорог, да? В этом году, насколько я знаю, как и в прошлом, и в позапрошлом, на территории Ленинского района будет отремонтировано, ну, немалое количество дорожных участков. Каким образом принимается решение о ремонте той или иной дороги? Это такие же плановые действия, мероприятия. Также по инвентаризации всегда составляется общий перечень тех дорог, которые подлежат обязательным заменам дорожного покрытия. То есть так или иначе, это как и одежда у любого человека, полотно, оно имеет свойство изнашиваться. Поэтому выявляют, находят и дают плановый такой рабочий материал, который в дальнейшем в том числе направляется, сейчас у нас это новая модная процедура, на портал «Добродел», где жители уже в первую очередь отбирают те дороги, которые они считают наиболее востребованными к ремонту. Таким образом, частично мы формируем этот план на обращение граждан, и частично мы его формируем из того, что необходимо сделать в силу их эксплуатационного состояния на данный текущий момент. Ну, правильно я понимаю, что, например, ну, образно говоря, какая-то маленькая деревушка в 50 человек, ну, никак не переголосует какой-нибудь там большой районный центр или
городское поселение, в котором живет там 10 тысяч человек или 20 тысяч человек. С одной стороны, это правильно, но если брать в масштабах одного, например, городского поселения, да, то здесь действительно маленькая деревушка может отличиться намного больше, чем населенные пункты с количеством проживающих жителей в разы более. Это у нас активные такие жители есть, они отличаются своим азартом и задором как раз-таки по предложению перечня дорог в ремонт деревни Петрушина на территории городского поселения Горки Ленинские. Да, мы очень скоро посмотрим, кстати, сюжет. Про эту деревню мы тоже специально подготовили, зная, что так или иначе мы выйдем на эту историю. Да. Так. А так у нас в этом году, пока предварительно, на конец года 2018 при формировании бюджета было учтено 27 автомобильных дорог. Естественно, этот перечень он может потом в дальнейшем увеличиваться. Это за счет того проведенных конкурсных процедур. То есть, если у нас будет с вами экономия какая-либо и сочтут, что это необходимо сделать в этом году, естественно, мы будем его дополнять, перечень будет увеличиваться. Но в этом году из 27 у нас 10 дорог, как и в прошлом году. Такая практика устоялась, и она очень позитивно влияет. Это будут дороги, сделаны за счет бюджета Московской области. Причем планку, опять-таки, правительство Московской области не понижает и выделило на данные работы 95% из своего бюджета, что позволило нам, благодаря этому, как раз-таки вот перечень сформировать из 27, потому что если бы мы, конечно, все это делали за свой собственный счет, количество дорог к ремонту значительно бы уменьшилось. Да. Кстати, вот вы упомянули, что за счет экономии, возможно, а уже были прецеденты, допустим, в прошлом году, в позапрошлом году, когда за счет экономии, за счет того, что не были потрачены, ну, по объективным причинам деньги на ремонт, и еще что-то получилось действительно исправить? Получалось, и это были примеры такие на территории городского поселения Видное, та же самая дорога, которую просили жители, и к кладбищу у нас в Тарычево. Подъезд был обустроен. Есть и примеры на других территориях, и сельских, и городских. Но я бы, наверное, сказала, что не то, что не были не освоены, а именно конкурсные процедуры позволяют как раз высвободить те недостающие деньги, которые можно как раз пустить опять-таки на те же цели. То есть даже если, образно говоря, люди не победили в конкурсе, существует, в принципе, все равно вероятность того, что их дорога будет принята к работе и тоже будет поправлена? Конечно, конечно. У нас все-таки в первоочередном порядке стоит ее основное состояние, эксплуатационное, потому что ею пользуются каждодневно, и если она будет в аварийном состоянии, это небезопасно. Поэтому, естественно, уже сами на свое усмотрение и во благо жителей, то есть мы их приводим, доводим до норматива. Вот, друзья, то есть принимайте к сведению и голосуйте, голосуйте, голосуйте. И, кстати говоря, я рад, что вот и к нам в студию тоже дозваниваются неравнодушные люди. Сейчас мне вот пришло на ноутбук, пришла пара вопросов. Николай Борисович спрашивает, когда будет дорога до деревни Коробова? Дорога до деревни Коробова. Да, немного размытый вопрос, да, потому что не совсем понятно. Дорога в деревню Коробова, она есть, существует, да, заезд с трассы А-105 по центральной дороге. Может быть, когда будет отремонтирована дорога, может быть, она находится в состоянии, которое, например, Николай Борисович считает не совсем удовлетворительным? Возможно, но для того, чтобы определить, какая это дорога, все-таки, еще раз повторюсь, центральная дорога, которая проходит по деревне Коробова, это региональная дорога, она находится в ведении ГБУ ММУ «Софтодор». Поэтому эту дорогу, конечно, если с ней что-то не так, мы не сможем сделать за счет средств местного бюджета. Но с удовольствием обратимся к нашим коллегам региональным и попросим, если это необходимо, включить ее в план ремонта в дальнейшем. И я бы, наверное, здесь не стала настолько долго останавливаться и попросила бы, если возможно, записать конкретные характеристики, где это необходимо сделать, и контактные данные передать Николаю Олеговичу, я правильно называю? Николай Борисович. Николай Борисович, извините, пожалуйста, да, и мы свяжемся с ним и объясним всю ситуацию. Вот, Николай Борисович, вы можете прислать эти контактные данные нам или, собственно, обратиться непосредственно в администрацию Ленинского района, тем более, что все контакты, включая электронную почту, они есть в прямом доступе, в том числе и на сайте администрации. Еще один вопрос от Анатолия. Когда планируют реконструкцию развязки М4 МКАД?
Хотя я думаю, что вот этот вопрос... М4. Нет, я его, конечно, я честно его озвучил, как бы понимая, что люди пишут. Вот, но все-таки М4 МКАД, как я понимаю, что это федеральная. Это развязка, с Липецкой. Да, это федеральная. Да. Это даже не то, что М4, это федеральная дорога, но работы, которые планируются, и их планируют начать в этом году, то есть это уже прошло, официально подтвердили, это развязка, так называемая Липецкая МКАД. Проводит эти работы Москва и благополучно приступает в ближайшее время к их реализации. Я тоже, собственно, об этом слышал. Да, со всеми сроками и новшествами очень все хорошо отражено на портале Москвы. Можно посмотреть. Ну да, в общем, эта информация, насколько я знаю, в открытом доступе. Да. Николай Борисович уточнил свой вопрос. Дорога от деревни Коробова до кладбища. От деревни Коробова до кладбища. Я поняла, в чем вопрос. Неоднократно обращались по этой теме. Дело в том, что подъездная дорога, которой сейчас жители пользуются, она располагается в границах земельных участков, находящихся в частной собственности. Это так ставит такой нюанс и момент, куда зайти с работами. Опять-таки, за счет средств местного бюджета нам не позволяет законодательство. Если это частная собственность, что-либо сделать, построить, либо отремонтировать, либо взять этот объект, мы не можем. То есть собственник этого земельного участка несет бремя содержания тех объектов, которые располагаются на них. Не факт, что этот объект есть, причем, да, это действительно может быть самонакат, либо в свое время как-то обустроенная дорога, которая пользуется в силу того, что не ведется какой-то застройки, наверное, на этих земельных участках, этот доступ обеспечен. Но мы прорабатываем вопрос, мы понимаем, что жителям надо, то есть это необходимо. Поэтому будем рассматривать различные варианты, каким образом можно это организовать, минуя частные земли. Угу. Николай Борисович, надеюсь, вы получили исчерпывающий ответ. Ну а сейчас мы посмотрим еще один сюжет. Кстати, как раз вот в нем и будет говориться о тех людях из маленькой деревеньки, которые хотят что-то исправить, и поэтому у них получается. Давайте посмотрим. В деревне Петрушино состоялась встреча заместителя главы администрации Ленинского района и начальника управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта с жителями. В ходе беседы обсуждался дорожный вопрос, который волнует местное население. Жители деревни активно голосовали на портале Добродел за ремонт своих дорог и получили такую возможность. На встрече они предметно обсудили план и сроки работ. Мы рассчитываем, если все пройдет нормально, если будут участники и, так сказать, все пройдет без боев, что где-то к концу апреля, начале мая мы уже выйдем на подписание договора. Примерный старт дорожных работ назначен на вторую половину мая. В ходе ремонта будет проведена смена покрытия на двух дорожных участках. Все работы планируют закончить в максимально короткие сроки. Мы обсудили вопрос, который попадает у нас объект под ремонт в этом году, объект дорожного хозяйства. У жителей понимание есть по самим объектам. Однако по ходу встречи жители задавали вопросы и по другим объектам, которые также требуют обновления. Например, спортивная площадка. Наш президент Владимир Владимирович поднимал вопрос о спортивных, так сказать, мероприятиях на местах, и чтобы люди более были привержены спортивному, здоровому образу жизни. Мы бы хотели, чтобы вот у нас сделали спортивную площадку, всепогодное покрытие. И этот, и другие вопросы жителей были услышаны. Работы по ним обещали запланировать на следующий год. Ну, вот прям смотрел сейчас этот сюжет, и хотелось, как в мультике, да, вашу маму и там показывают, вот, немножко отвлечься. А можно немножко поподробнее рассказать об этой истории? То есть, ну, видно, что действительно живые люди, которые переживают душой за благоустройство своего района. То есть, вот, как история взаимоотношений вот этих? История взаимоотношений сначала, как всегда, начиналась не очень радужно. Это было масса обращений, наше знакомство, и в том числе с Натальей Олеговной, как главным хедлайнером по деревне Петрушино, я бы так назвала, очень милый и душевный человек, да, началась в 2017 году, как раз когда активно стал подниматься вопрос по ремонту проездных дорог в деревне Петрушино. Сначала было много укоров
упреков, но благодаря вот этой программе, которая была запущена на портале Добродел, в конце 17-го было проведено голосование, были выставлены участки дорог под ремонт по деревне Петрушино, улицы 2 и 3. Жители активно поддержали эту инициативу, тогда они как раз вровень вошли с дорогами, которые проходили по городу Видное, что было действительно очень странно. Ну, вот типичный пример, как я говорил, да, вот многие и переживают. Маленькая деревушка, ну что же они там смогут сделать-то, там 50 дворов. А вот тут город какой здоровый. Вот мы видим живой пример. Люди, которые хотят, у них обязательно получится. Они этого всегда добиваются, да. И поэтому в прошлом году сделали им дороги, заасфальтировали. Я очень надеюсь, ну, по крайней мере, по встрече отзывы были положительные, люди довольны. Да, есть моменты и нюансы, попросили в некоторых местах подтопление стало происходить, провести трубы, чтобы отводить воду. Это мы постепенно, планомерно с ними завершим и сделаем. И в этом году также по результатам голосования их дорога только уже въездная центральная улица первая, а также дублер этой улицы, небольшой участок, вошли бы в программу ремонта дорог, и причем опять-таки с участием финансирования из областного бюджета. Поэтому я надеюсь, что в этом плане перспектива, конечно, есть еще. На этой территории есть еще участки и дороги, в том числе мы не захватили старую часть еще немножко деревни Петрушино, но мы от нее не отказываемся, и на следующий год будем бороться и за эту улицу. И единственное, вот добавлю, в этом году завершим, был вопрос жителя на этой встрече об асфальтировке подхода к станции Калинина. В том году у нас сорвались работы, потому что подрядчик оказался недобросовестным, просто на них не вышел. Мы его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Надеюсь, он больше никому не испортит жизнь на территории Московской области и еще где-то. Вот. И поэтому все-таки родили перед Советом депутатов и городской администрации, и деньги нам откроют. Мы эти работы к станции Калинина подъезд завершим тоже в этом году. Итак, вновь у нас Анатолий задает еще один вопрос. Видимо, интересует его. Так, существует дорога грунтовая от стадиона «Металлург» до Вегаса. Планируется ли реконструкция этой дороги в качестве дублера Старонагорной улицы? Неожиданный вопрос, я честно сказать. Неожиданный вопрос, но опять-таки примерно представляю, о чем говорит Анатолий. Там у нас земли лесфонда. Опять мы попадаем вот в ту самую ситуацию, когда мы делать это за счет средств местного бюджета не можем. Единственное, здесь, если я так понимаю, может быть, Анатолия интересуют вопросы как таковой транспортной разгрузки, загруженности наших дорог, а в частности это связано с городом Видное, да, то я, наверное, проинформирую, что на этот год у нас запланированы работы по капитальному ремонту. То, что мы запроектировали в прошлом, это круговое движение ПЛК «Березово-Советское» и дорога Калиновка-Ермолино-Сапронова. То есть это как раз те два участка, которые при реализации еще совместно со строительством выезда из 6-го микрорайона позволят максимально разгрузить существующую нашу сеть. И я надеюсь, что комфорт обеспечит нашим жителям. Ну вот, я думаю, тоже вот вопрос, я думаю, вот жители его не присылают, но действительно он очень важен, потому что, ну, как-то и откладывается, и как-то и переносится, и вроде как да, и вроде как нет. Действительно, когда будет вот действительно закончена дорога, выезд из 6-го микрорайона? Сроки у нас определены дорожной картой, они есть, и мы не сворачиваем с намеченного пути. Начало работ – это май текущего года, и завершение их – ноябрь текущего года. Но это вот уже такой глобальный. Ну, как я понимаю, есть еще, помимо Петрушина, еще какие-то дороги в Ленинском районе, которые также запланированы для ремонта. Можно вот узнать? Да, если мы говорим про территорию города Видное, то, конечно, хочется довести до идеала то, что было начато ранее. Это основные улицы, поэтому у нас попадает здесь Белокаменное шоссе, которое уже, конечно, до такой степени износилось. На участке получается у нас от Таболова, поворот, да, Таболова, поворот на Дедылдина, где как раз мы провели в прошлом году ремонтные работы, да, остановились. Да. Вот от этого участка. Я живу в ЖК-Видный, поэтому это было просто счастье, когда сделали этот ремонт, и для меня теперь тоже вот, так продолжается. Теперь вот как раз мы с вами продолжим его, доведем до круговой развязки с проспектом Ленинского комсомола и Заводской, саму круговую развязку, и, кстати, там предусмотрим мероприятие по отводу воды, потому что это вот как раз то круговое движение, где жалуются и автолюбители, и жители, которых окатывает этой водой, идущих по тротуарам.
Потом перейдем с вами плавно на проспект Ленинского комсомола до круговой развязки ПЛК «Березовая Советская», таким образом завершив этот куст и массив, да, большой пласт наших дорог. Перейдем, много было нареканий, это улица Ольховая. Действительно, тоже латка на латке. Это у нас получается от пересечения с проспектом и улица Ольховая к домам туда жилым. Старая Нагорная наша улица, тоже про которую жители пишут, много жалоб. Вот она полностью в этом году идет в ремонт. А расширять ее не думают, а то ну как там вот иногда бывает прям совсем в проекте в одну вот эту вот бусинку выстраиваются. Но расширять ее не планируется, будут ремонтные работы. Расширение одной только улицы без комплекса иных мероприятий по другим улицам, конечно, ни к чему не приведет. Так или иначе, где-то встаешь в определенный момент в пробку. Поэтому здесь именно прицел такой основной работы – это в комплексе увязать, провести все мероприятия по капитальному ремонту, по строительству, по реконструкции. И вот вывести уже максимально для того, чтобы обеспечить эту пропускную способность. Но предлагаю от, собственно, дорог, про них мы уже довольно подробно поговорили, ответили на вопросы наших телезрителей. Кстати, хочу еще раз напомнить, уважаемые телезрители, на своих экранах вы видите телефоны, по которым вы можете позвонить к нам в студию прямого эфира. У нас в гостях находится начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Вера Попова. Она ответит на них. А сейчас я хочу, чтобы у нас осталось не очень много времени, но все же я хочу, чтобы наш режиссер показал еще один сюжет. Сюжет очень интересный, сюжет очень позитивный, который, я думаю, не оставит равнодушным никого из жителей города Видное, если вы его, конечно, не видели. Скейт-площадка, качели для взрослых, зона релакса у воды с шезлонгами и столиками, современный водный игровой комплекс для детей, масштабное благоустройство общественной зоны у кинотеатра «Искра» и Тимховского пруда начнется уже в начале лета. Проект приурочен к 90-летию Ленинского района. Ознакомиться с ним и нынешним состоянием территории приехал депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Под эту дату губернатором выделены очень хорошие средства на оформление территорий. И, на мой взгляд, местная исполнительная власть приняла правильное решение привести в такой хороший современный вид, сделать комфортной территорию. Основная идея – четкое зонирование пространства, чтобы посетителям всех возрастных групп было интересно, и при этом они не мешали друг другу отдыхать. Задумка какая? Ничего не меняя, в том плане, раньше предшественники нормальную, хорошую концепцию заложили, мы ее сохранили. Четыре зоны. Первая зона – это у нас зона Аллея Славы, где мы сейчас находимся. Здесь практически ничего не изменится. Планируется лишь восстановить покрытие и провести мелкий необходимый ремонт. Единственное, памятник малолетним узникам концлагерей перенесут на саму аллею, ближе к другим монументам. Вторая зона – Тимуховский пруд. Тут также заменят покрытие, возведут новый мост, сделают зону отдыха у воды с деревянными настилами, столиками, шезлонгами и небольшими навесами. Оборудуют дополнительные площадки для отдыха на склоне со стороны строительной улицы. Третья зона – для отдыха детей и молодежи. На месте существующего фонтана появится новый плоскостной, а кроме того будет сооружен современный водный игровой комплекс. Когда дети будут ходить и бегать по плиткам, нечаянно нажав на ту или иную плитку, они будут обрызганы водой. Но при этом будут предусмотрены также еще резервуарчики игровые, где можно также в воде копошась, какие-либо емкости заполняя, делая переливы, своеобразные устраивать ручейки. Для молодежи оборудуют большую скейт-площадку с трибунами для болельщиков. Там можно будет даже проводить соревнования. Для ребят помладше – новая детская площадка с современным игровым оборудованием и спортивными комплексами. Четвертая зона – центральная часть для прогулок, семейного отдыха и проведения массовых мероприятий. Прогулочных зон и пешеходных дорожек станет больше. У кинотеатра «Искра» появится зона отдыха с качелями под навесом, кафе, столики для игры в шашки и шахматы.
Начало работ мы планируем на июнь-июль месяц. Из экспертизы сейчас должна выйти проектная документация уже с окончательными расчетами. Это конец апреля у нас. И сразу же, как только мы получим положительное заключение по сметной документации, запускаем процедуру уже по отбору подрядчика на проведение самих работ. Это май месяц. Ну и, естественно, конкурсные процедуры, которые у нас проходят со сроками, если мы отчитываем, то вот как раз июнь-июль месяц мы должны выйти на эти работы, к октябрю месяце постараться все закончить. Задачи стоят конкретные, непростые, сейчас уже середина апреля. Но у меня нет никаких сомнений, что все будет сделано вовремя, все будет сделано качественно. Работы масштабные, но благоустраивать территорию будут поэтапно, по зонам. Поэтому жители особых неудобств не почувствуют, уверяют в районной администрации. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Чтобы немножко разбавить наш разговор о дорогах, мы все-таки решили поставить этот замечательный сюжет. Но в то время, когда он шел у нас в эфире, поступило еще несколько вопросов. И я думаю, что оставшееся время нам стоит все-таки потратить на то, чтобы ответить на них. Итак, Сергей, ни отчество, ни фамилия не указано, спрашивает, планируется ли расширение улицы Строительная или перевода ее в одностороннее движение. Улица круглосуточно заставлена припаркованными машинами. Движение возможно только в одну сторону. Расширение улицы Строительной не планируется. Планируется ее ремонт в этом году. А вот организация одностороннего движения уже неоднократно поднималась на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Ленинского района. Проблема в том, что не могут прийти к единому решению, с какого участка и в какую сторону все-таки организовать одностороннее движение. Понимая, конечно, чтобы это было удобно и для жителей, которые прилегают, да, и дома располагаются в непосредственной близости. Поэтому постараемся до конца этого года проработать этот вопрос. Понимаем, какие коллапсы. Сама недалеко там живу, постоянно прохожу, вижу, как собирается транспорт, не разъехаться. Конечно, и пешеходам неудобно, потому что тротуары организовать, возможно, не на каждом участке улицы Строительной. Поэтому до конца года проработаем и обязательно решим вопрос с односторонним движением по улице Строительной. Ну, то есть я имею в виду, что принципиально сам вопрос, что одностороннее движение необходимо 100%, это уже даже необходимо. Не подвергается сомнению. Да, оно, конечно, там необходимо. Угу. Еще один вопрос. Лариса Викторовна, поселок Володарского. Володарское шоссе сделали транзитным, оно перегружено. Какие планы по реконструкции, когда, как? Планов по реконструкции Володарского шоссе нет. У нас есть планы по реконструкции Каширского шоссе. Это в рамках программы, госпрограммы развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса Московской области. По данному проекту предусматривается реконструкция существующей сейчас развязки Каширское шоссе Володарское. Дополнительно в рамках данной программы предусматривается строительство до деревни Мечково, параллельно существующему Володарскому шоссе. По Каширскому шоссе сроки реализации понятны, это должно все произойти до 2021 года. В части Мечково пока еще сроки окончательной реализации не определены. То, что касается транзитного транспорта, чаще всего жители жаловались на большегрузный транспорт, который действительно идет транзитом, гремит и мешает проезду как таковому, загруженность создает большую. В этой рамке Министерством транспорта сейчас прорабатывается вопрос установки камер фото-видеофиксации, которые как раз-таки будут отслеживать прохождение вот такого транспорта грузового транзитом с применением к ним в дальнейшем, естественно, мер административного воздействия. О результатах, которые будем узнавать, мы постараемся максимально доводить до жителей, чтобы они были в курсе. Человек у нас не представился, но вопрос, как я понимаю, очень простой. Что с выездом из ЖК Зеленой аллеи, я понимаю? Потому что здесь как-то с ошибкой написано. С выездом из ЖК Зеленой аллеи. Да, есть такой проект. Сейчас подписано трехстороннее соглашение, в рамках которого задействованы два застройщика МИЦ «Стройкапитал», который строит ЖК, и специализированный застройщик «Дивная Сити». В рамках этого соглашения строительство дороги будет проходить в два этапа. Сейчас как раз-таки первый этап организации этой работы –
проводит с застройщиком по проектированию. Примыкать эта дорога будет уходить от ЖК «Зеленой аллеи» до развязки на улице Старая Нагорная. Поэтому приступить к работам и завершить проектные работы и приступить застройщик планирует до конца этого года. А реализация же первого этапа завершится в 2020. Сразу же, как она завершится, уже второй застройщик приступит к реализации второго этапа подвода дороги к ЖК самой Зеленой аллеи. Срок реализации полностью всего у нас проекта до 2022 года. У нас осталось, в общем-то, можно сказать, считанные секунды до окончания эфира. Электрон, насколько я знаю, вы хотели обратиться к нашим жителям с каким-то, может быть, призывом. Вы можете это сделать, пожалуйста. Уважаемые жители, я хочу вас попросить для информирования, да, ознакомление даже, наверное, лучше правильнее сказать, с перечнем дорог, которые запланированы к ремонту в этом году, с перечнем дворовых территорий, которые запланированы к комплексному благоустройству на этот год, вы можете ознакомиться на сайте администрации Ленинского муниципального района, а также сайта городских и сельских поселений. Поэтому ждем вас. Можете, звоните, телефоны все есть, на сайте все размещено. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, надеюсь, жители будут проявлять определенную активность. Мы сегодня в прямом эфире даже показали пример этой активности. Да, максимально. Вот. Наш эфир подходит к концу. Я благодарю всех, кто был сегодня у экранов наших телевизоров. Благодарю вас за то, что спасибо. Пришли к нам в эфир. И напомню, что у нас в гостях была начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Вера Попова. До встречи.